Покажи, что ты можешь. Сэр, успокойся, вы потеряли слишком много крови. Ну уж я не заметил, Лёша пытался... Я собирался стекать кровью. Повезли. Мне доброго положения. Не самый верный способ попросить о помощи. Ладно, ладно, извините, сам видите, мне больно, у меня кишки наружу. Да, у вас весьма неприятная рана, сомневаюсь. Я работаю врачом, меня зовут Джонсон Рид. Я клей Конс, а теперь помогите мне перебрать место. Иди за мной, мистер Кокс. О, правда, не все здесь находится. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого гражданина. Чем выше кровь, тем больше опыта вы получите. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Блять, я не хочу его. Медосмотр. Блять, да не хочу я его убивать. По красному пути. Я не хочу его убивать. Пошли. Я не буду его убивать. Зачем? Я хочу нормальную концовку. Да, блядь, то, что он убьет, мне насрать, как бы. По красному пути. Серьезно, я должен его убить? Объять. Что нажмите, чтобы объять? Или спасибо, отпустите. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Здесь жизнь. Вот типа не собрался. Whoa, I feel giddy. Did I black out? Я отключился. Я не буду его убивать. Мудрый охотник пора отпускать добычу, но лишь когда у него достаточно сил. Поймать новую. Я не буду его убивать. Доктор, где вы были? Мы никогда не хотели. Не было талантов, они не обладали. Я нашел раненого спортсмена Клея Кокса. Ему требуется срочная медицинская помощь. Устроили охоту в первый же день. Мы уже приехали. Я прошу нашему помощнику немедленно доставить его сюда. Благодарю вас, сестра. Так что случилось? Я подъехал для вас в кабинет по поручению доктора Суонса на втором этаже. Видите, я не убил. Благодарю вас, сестра. Крейн, верно?
Да, доктор Крейн, добро пожаловать в Пембрукскую больницу. Доктор Рид располагается в кабинете. У меня еще есть пару вопросов. Хочу задать несколько вопросов. Я пожалуй, мистер Хэптон. Где... Кто за человек, доктор Сонси? Человеком, на котором вы совместно работаете, я полагаю, вы знаете своего нанимателя. Я только познакомился, он знает обо мне. Прошу прощения, мы с ним встречались лишь однажды. Я сам не ожидал. Я только что вернулся в Англию. Доктор Джонсон — гениальный хирург и очень внимательный терапевт. Но на самом деле, доктор Джонсон знает обо мне гораздо больше, чем я о нем. Вы сами узнаете его. Нам получше врачу обычно... Ага, назад. Что с мистером Хэптоном, пациентом, которого вы привезли? Я дал ему успокоить, и он уснул. Бедняга был перепутан до смерти. Ага. Вы не могли бы еще раз объяснить, где моя комната? На втором этаже слева от лестницы, последний кабинет в конце коридора. Спасибо. Второй этаж. Спасибо, сестра Крейн. Доктор Свонзи прав, это идеальное место для исследования. На втором этаже слева. А, так, это право, вон там лед. Лево. Слева. Он сказал, типа... It's locked а, чё, ну, блин, ну... Может, имеется в виду слева... Вот это что ли моя комната? This must be the place. А вот и Игумия, по крайней мере, он скрыто любопытно глаз. Отправлен в царство тени, отныне моя обитель. Так будем на гробу спать, не придется. Хотя спать гробу не придется. Вот. Чтобы получить новые рецепты, нужно проанализировать на один вот. Следовать. Моментально восстановление здоровья 301 здоровья, а затем 150 здоровья на 15 секунд. Угу. Переутомление, исцелить болезнь, анемия. Ну, на самом деле, вот это было бы круче, если... То есть я могу лечить их. 400... Оружие, вот, кстати, выносливость 15... Скорость атаки его. Ну, на самом деле, вот это мне нужно прокачать. Переработать. Химия. Раствор гипохлорита натрия. Уильям Бишоп стал менее стабильным человеком. Блин, ну ладно. Со мной еще раз я продолжу. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Что я могу прокачать-то 400... Кровь. Увеличит запас крови, увеличит объем крови, поглощая при укусе в бою. А, нет, смена, не так. Тысячу нужно. Следующая ночь. If I'm to stay here, чтобы не нужно проводить исследование, надо научиться свою сущность от
смертную. Но что сделать с жаждой крови? Помочь, собственно, мы никогда, доктор, меня ждут пациента. Давайте всё. Ему нужна вода. А где, блядь? Бичий дракон. Крысиная кровь не так питательна и вкусна, как человеческая, но может пополнить ваш запас здоровья. Уже что такое? Бичий дракон, кстати, он взял. Мне меч. Я не понял, загрузка чего? Вампир. Что-то я не понял, загрузка чего это? Пенгурская больница. А, он типа переоделся? А, это... Типа он шляпу снимает и... Могу я сам выбрать, что хочу одеть? На выбор. Время сказать про... Да, погоди, ну сейчас... В мою комнату не заходить, нельзя заходить в мою комнату. Это моя комната. Это типа лишние патроны будут храниться в тайнике. Но мне больше, знаете, что нужно? Больше бесконечно эти препараты. Yes, Nurse Crane. А чем я могу служить, сестра Крейн? I'm so sorry. Прошу, I know я знаю, что вы хотите Но мы в отчаянии. В отчаянии? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Я надеюсь, что остались еще. Одна коробка. Здесь я запрещу. Здесь ничего нет. Совсем нет. Я. What type of hospital are you running? На что у вас больница? No antiseptics. Антисептиков. You have been away too long, doctor. Да, но не были на родине, доктор. Мы после месяца из-за войны и эпидемии. Поскольку мы даже могу предложить решение во Франции во время войны, нам не хотим простейших лекарств. Мы пришли заворачиваться. Что вы имеете в виду? Лекарства можно получить из самых обычных веществ, если смешать их с умом. Где у вас кладовая? Кладовая? Пишите, это пермская больница, но нам постоянно не... Не хватает места запаса гниться в старом морге. Пожалуйста, для начала загляну туда. Где у вас морг? Маленькое здание за больницей, вам придется зайти через черный ход. Парадная дверь печатается. Держите ключи, идите к задней двери конца переулка. Заброшенный морг за больницей дверью конца переулка. Что ж, я пошел, спасибо, Майя. Старая пила. А чё у меня, кстати, а чё у меня, во? А, вот, ей информация. Часто обычные рукоятки. Старый морг.
Ну как, типа он спрашивает, как у вас так? Нету антисептика. Scowl voices in the garden. I should investigate. Блин, ну... Так, ладно. Вампир, вы можете. Старый морг, старый район, нормальный. Найдите хинин. Будем искать лекарства для... Вот, а что тут? Стеклянный прибор. Так, ладно, блин. Я ищу просто типа лекарства. Balls of Mars, Можно... fortifiers, as popular as they are ineffective. Бесполезно, правда, железо. Он может пригодиться. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. I cannot enter. Можно. Блин. Патроны. This key will surely grant me access to the basement. Бутылка алкоголя. Так, ладно. Блин. Улезется разрабатывает на чистой крови. Надо потом клещи на цвет, потом будет проверять. Бразильца разбавленный пуд густой крови. Вот типа я взял образцы крови. Чистый и обычный. Блять. Понятно, это было. These skulls feed on corpses of the lives of animals. They're not after blood. Thank you.
Блин. Так. Блин, ну пройди ты. Нет. А. Блин, а что, а могу даже... А, я кровью могу питаться. Точняк. Даже это что? Где-то тут. Так, доступно новое растение, откройте. Растение, которое он доверяет горожане, рассматриваемое по району, чтобы приступить к заданию на ви... Я прочел отчет от доктора Типсона относительно смерти Сэма Коннора. Он не очень меня убедил, возможно, мне стоит провести собственное расследование и выяснить, чего умер пациент, выясни причину. Мне сначала их надо идти. Мистер Коннорс инжурис донт матч. Поглощение крови выпустили новый тип оружия для левой руки. The report. I'd better look into this. Блять, вот как не мог не заметить? Чё, зачем ты стучишься на, блять, ну где? Джон Доу. Блять. Твою мать. Блин, ну...
Если полезно, минтирую в старом уровне. Блять. Проклятие. А, во. Че это такое? Блин, ну. У вас достаточно переутомления. Простуда. Так, ладно. Давайте полечим пока. Блин, ну ладно. Что еще-то можно? 26 минут пока нормально. Подожди, выяснить причину смерти, тем более Е, нажмите Е. Так, ой, это, подожди, это, а, вот, я могу, 75 урона, 58 урона, и Е. У меня только по одному. А чё могу? Я могу это улучшить? Нет, пока нет. Это тоже нет. Двухручное оружие. Чё я могу улучшить? Нет, блин, ну я не могу это улучшить. Это так, это могу улучшить? Нет. Ну ладно. Так. Я не помню, он может создавать сам оружие? Не улучшать их, а создавать. А тут я был. Там я тоже был. Блять. Выясните причину смерти. Я даже никому, кому надо отправиться. Ах ты скотина. Блять. А, надо было, блин, надо было проглушить и... Надо было оглушить их.
был их оглушить и выпить их кровь. Да сейчас мы уже закончим. Так что такие дела. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Может быть на втором... А, второй этаж. На втором этаже. Какое-то средство от переутомления. Так, переутомление. Анемия. От анемии. Отнесите ли карту в палату и отдать... Ну, Дориси Крейн. Может, внизу? Да, внизу. Вот она. Ну, конечно, Да, сестра. Мы сделали настоящее чудо, доктор. Теперь помоги, пожалуйста, этому пациенту. Но мы превратимся, когда буря пройдет, я научу вас изготовить лекарства из этих. Благодарю вас, доктор. Как только вы закончите, идите в кабинет к доктору. Он вас искал, кажется, дело срочно. Заболевание снижает качество крови. Чего? Заболевание снижает качество крови. Снабжите их соответствующим лекарством. Поговорите с пациентом рядом с доктором и узнайте о его состоянии. Good evening. I'm Dr. Добрый вечер, я доктор Мерис. Помогу вам чем-нибудь помочь? Вот как. Тогда почему вы здесь? Я ничего хотел, для меня очень болит голова. Получается, именно из-за этой боли вас сюда доставили. А у вас кто заботится? Да и нет. Сэр, можешь хотя бы назвать свое имя? Мортимер Госвик. Жизнь. Чтобы проверить состояние здоровья, нажмите Е. Боюсь, так и есть, сэр. Простите, что утруждаю дать лекарство. Иначе, если помогите вам, моя обязанность. Спасибо вам за помощь. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. Ну, уже много сделали. Вообще, Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. Вот отчет, как. Спасибо, Дмитрий Рудин, за поинтересовался жизнь в Лондоне. Сильно ли у вас болит горло? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I've got настолько, что я больше, чтобы я лучше. Тогда... Нам нужно тогда отдыхать. Нет.
I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, общаться, может? Would it help if I gave you some paper? I see. Я сам, мистер Гослик, может, у вас болит не только горло, возможно. На самом деле, вы страдаете чем-то похуже. Возможно, сейчас Дим говорит, не писать об этом. Хорошо. Сильно ли у вас болит горло, мистер Гослик? Насколько я что могу лучше помолчать? Тогда отдыхайся. Что ж, тогда отдыхайся. Мы с тобой поговорили. Эдвард Смонсон. А ну что, на самом деле, я не... Во-первых, я не крыса. Как я не могу? Искушение крови. Не забывайте, кровь. А граждан дают вам много единиц опыта. Ищите тех, кто... чей уровень гипноза меньше или равен вашему, но обязательно... обдумать свое решение. Нет. А где он? Кста. Подожди. Охренеть, сколько? Если я ее убью. Представьте, если я ее убью. Убью 2000, я получу 2000. Неизвестно. Good evening, sir. Ну, представьте, я вам только говорю, кажется, теперь мы работаем вместе. Мне сообщили ваше назначение, я уверен, Эксфорд. Добро пожаловать, что ли. Почему мое появление представляет для вас какую-то проблему? Скажем так, я не разделяю восторга доктора Солнца, который вам пригласил вас сюда. Нам нужно надежный профессионал, а не знаменитые дилетанты. Поинтересная жизнь в Лондоне. You need my assistance. Ладно, все правильно. Отнюдь. Вы наверняка привыкли утираться к людям в доверие с помощью своих эффектов, методов. Со мной это номер не пройдет. Окей. Как скажешь. О враждебности. О принципе. Если у вас есть ко мне претензия, доктор Вольф, пусть я добрую скажу. Доктор Смонс навязал вас с нами. Не спросите совета. Своя рука вклада. Я не согласен с его решением. I know we've never met. Знаю, мы прежде не встречались, но я и не сомневаюсь, что больницы не хватает рук. Я наслышан о вас, доктор Рита. О, вот он не может сказать обо мне тоже. Поскольку я не тратил время на сообщение с прессой. Это враждебность. Почему нам враждебность? А мне кажется, что во время вечера это, пожалуй, единственное, в чем мы согласны, поэтому собираюсь подтвердить, что вы принесли больше пользы, а не проблема. Спасибо, что уделили время. Не, ну хотя бы, знаете что, хотя бы ничем не известно. Надо, блин, может со всеми пообщаться? Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи и всем пока. Ну потом сейчас этот...